Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Я тебе говорю, Нубито, это говно. Ой, Кэп, ну что ты, блин, ничего не говно, отличный дробовик. Может быть, не топ-1 и там не топ-3 даже, но он достойный, с ним можно гнуть. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортис Капитан Очевидность Винчестер. И играем мы в Warface. А помимо этого, конечно же, есть у меня для вас отличненький анекдот. Разговаривают два еврея, один другому говорит: Яша, ты слышал? 2 миллиона ливанцев вышли на протест из-за коррупции, чтобы была борьба с коррупцией. Они вышли протестовать. Как ты думаешь, а в России такое возможно? Ой, извини, я тебя умоляю. Откуда в России 2 миллиона ливанцев? Да-да-дам! Я лайки подам! Опа, мой сладенький! А я тебя видел, да! Слишком медленно он стреляет. Это да. Я этой пушке не доверяю. Ну, ты не доверяешь, но извините меня, все-таки 800 урона, да стабильность ваншота на малых дистанциях, это достойно. Ну, конечно, при условии, если попадать. Не-не-не, подожди! Отдыхай. А ну-ка, давай красиво. Я выебывался. Это да, не спорю. Ёбаный партизан. Да, есть такое. Я должен нашего резнуть. Они атакуют нас. Сука. Так. Он так красиво упал, я не знаю почему. О, так, мой сладкий. Так, вставай. Нет, сука, ну блин, ну. Очень досадно. Я этого так не оставлю, это будет месть, отвечаю. Кенти, ты такой дурачок, а? Да чё дурачок, ну блин, я честно машинально. Кто-то сзади шуршит, сука. Он даже не предупредил, не сказал ничего. Я, конечно, машинально стрельнул. Вон оно как. Ну давай. Вот так. Душевно идет, блин. Иногда, знаешь, так вот, не хочется в Арфаситу играть день-два. Потом зашел, нагиб капитальный пошел. Настроение поднялось. Опа, и лига на изи взялась. Да, так оно и бывает. Я слышу, у меня еще клиент, похоже, есть. Давай. Не бойся, тут никого нет. Давай, ах ты мой, ай-яй-яй, медик жирненький, сука. А че вы все время на эту двушку ходите? Warface настолько реалистичен, аж слезу. Да. Подъебал любимую игру, да? Реалистичен. Ну да, тут персонажи интересно, конечно, летают. Вот так, еще один полетел. Давай. Ой, дабл килл, детка, сука. Великолепно. Готов. Давай, вставай, ебукентий. Да? Сука, вы вредители, дайте мне порезать хоть нормально сегодня. Вообще никакой совести, ничего нету, блин. Нет, сука, ну блин, ну мужик, ну ахи, что ты делаешь, братиш? О боже, ой, нет, только нет, а Макпул с глушителем, блин. Кто это человек, кто так играет, кто, зачем на Макпуле глушитель? Эта пушка в наше время и так не шибко гнет, а ты еще глушитель поставил, братан, зачем? Осторожно. Киллер 976, я тебя очень прошу, сними, не надо. Еще двукратный прицел. Не, ну двукратно рано, если от бедра стрелять там много, то пойдет. Ну я вот, и все, это как бы, это было ожидаемо. Где-то здесь, вот мой хороший. Странно, обычно в КВ кто-то сидит и отсюда наступит. Я слышу! Желтого идет тело. Сейчас заходить будет. Давай! Это насколько же надо быть рукожопом, чтобы из дробовика в упор промахнуться? Ой, Кэп, я не промахнулся, я просто немного смазал. Я нормально стрелял, не было тут никаких косяков особых. И в целом я был молодец. Ну, поздравляю, Ебукенти. Сыграл ты действительно неплохо. Спасибо. Но это не меняет того факта, что Винчестер говно. Кэп, Винчестер не говно. Это пушка, которой не хватает темпа. Разработчики, кстати, Винчестер это, можно сказать, золотая середина. Хороший ваншот. Немного не хватает темпа стрельбы. Вот если бы ему темп добавили, то я думаю, игроки сказали бы вам спасибо. Ну, хотя с учетом того, как у нас тут
прошла акция с Бреном и какие изменения были в нее внесены. Я думаю, игроки это не скоро забудут и не скоро скажут вам спасибо. Так или иначе, если данное видео кому-то понравилось, то ставьте лайки по желанию. Дякичите обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.